В минувшую пятницу в Харцевске состоялся финал знакомой многим молодым людям города республиканской интеллектуально-развивающей игры «Икс». «Икс» – это аббревиатура, составленная по первым буквам слов «интеллект», «культура», «спорт». В решающем соревновании сразились 4 команды, представлявшие 4 учреждения среднего профессионального образования ДНР. В игру «Икс» студенческая молодежь ДНР играет уже 4-й год подряд. В нынешнем сезоне после победы в городских отборочных турах в финале встретились команды Макеевского строительного центра профессионально-технического образования, Шахтерского техникума кино и телевидения, Снежнянского горного и Харцизского технологического техникумов. Как и в прошлом году, играли в Харцизском центре детского и юношеского творчества. Почему в Харцизске? Так как была сама идея, зародилась в городе Харцизске проведение этого мероприятия. Ей заинтересовалось Министерство молодежи, спорта и туризма ДНР, которое нас в этом уже не один год поддерживает, и проводим мы под их эгидой это мероприятие. Некоторые ребята принимают участие уже, когда только звоним, и мы предлагаем нашим коллегам, городам по молодежной политике. Они с удовольствием принимают, потому что им нравится. Вот в этом году у нас первый год принимает город Снежное, город Шахтерск. Организаторы подготовили для команд дюжину конкурсов. Любителям игры «Икс» предлагалось продемонстрировать свои навыки и знания в 3 областях – интеллектуальной, культурной и, конечно же, спортивной. Например, требовалось на время разгадать кроссворд, справиться с поэтическим заданием, попрыгать со скакалкой, а также с помощью мимики и пантомимы показать загаданное слово. Конкурсы традиционные остались, но немножко в этом году добавились новые конкурсы, так как игра основана в основном на интеллектуальных, а ребятам хочется что-нибудь еще повеселее, им становится немножко скучно. У нас, грубо говоря, половина конкурсов интеллектуальных, половина спортивных. Это традиционно ребята прыгают там на скакалке, собирают башню из кубиков. В этом году добавились конкурсы шампура, и там ребята должны будут пройти определенную дистанцию, держа между грудью фломастер. По итогам 12 конкурсов чемпионом игры «Икс-2018» стала команда Шахтерского техникума кино и телевидения. Второе место заняли ребята из Снежного. На третьем – харцизская команда под названием «БЭМС».